Добрый день, меня зовут Асель, я из Бишкека. Сегодня 13 декабря 2017 года. Моей дочке Наире 2 года и 2 месяца. Наира все еще не разговаривает, говорит она только гласными звуками. Иногда, когда сильные эмоции какие-то у нее проявляются, она может некоторые слоги сказать. Ходит она все еще с поддержкой. Летом она пыталась недели 2-3 ходить без поддержки, но потом, не знаю, вдруг она передумала, и сейчас снова ходит только с поддержкой. Она не идет на контакт с окружающими людьми, не играет с другими детьми. И вообще ко всему новому она относится очень настороженно. Даже к новым игрушкам, какими бы яркими, интересными они ни были, все равно она сначала ей нужно день-два, чтобы привыкнуть, и потом только она начинает с ними играть. Она очень агрессивная, нетерпеливая. Если она не получит того, чего она хочет в ту же секунду, то она начинает истерику. Ее очень трудно остановить. Вообще у нее истерики бывают очень часто. По поводу и без. Она не может успокоиться сама. Ее обязательно нужно чем-то удивить или шокировать, или что-то ей такое интересное показать, чтобы она перестала плакать. И с возрастом становится тяжелее, потому что раньше ее легко было удивить, когда она еще была совсем маленькая, а теперь как-то, да, стало тяжелее ее останавливать. И она может плакать до часу, даже больше часа. Это расстраивает всю семью нашу. Она не просится на горшок. Горшка она боится. У нее часто бывает беспокойный ночной сон. Она может посреди ночи проснуться, может проснуться рано утром, в 4-5 утра. Притом засыпает она поздно. Перед сном обязательно у нас истерики. Мы ходим к невропатологам, к психологам, к массажистам. Мы испробовали все, что можно, все, чем мы можем ей помочь в Бишкеке. И тут в Ютубе я наткнулась на видео, которое называется «Аутизм излечим». Почему я искала информацию про аутизм? Потому что некоторые наши невропатологи пытаются поставить Наире такой диагноз, с чем мы сейчас активно боремся. И, в общем-то, все эти видеоролики посвящены Давиду Бейру. Естественно, я сразу с ним связалась. Сегодня мы с ним познакомились, мы поговорили по скайпу, и он сказал, что он будет дистанционно заниматься с Наирой 2 раза в неделю. Первое занятие у нас назначено уже на завтра. Я возлагаю большие надежды на это лечение. И все видеоотчеты будут публиковаться здесь. Всем спасибо.